На доброчинное свято у Гомельский державный театр «Лялик» запросили 12 шматдетных семьев. Для 13 ребят-першоклассников подрихтовали новенькие, яркие и наполненные самыми необходимыми школьными приладами портфеля. Организатором мероприемства выступила Гомельская областная организация Республиканского громадского объединения «Белая Русь» совместно с областным советом депутатов и громадским объединением «Союз шматдетных семьев». Даденное супрацовництво должится уже на протягу 7 году. За этот час подобные приемные подарунки отримали больше 300 деток. 305 первоклассников за это время получили портфели. В этом году 13 деток у нас получают портфели. 8 мальчиков в этот раз и 5 девочек. Перед тем, как раздать детям портфели, организаторы пропоновали им поудельничать у насыщенной культурно-забавляльной программе. Подчас театрализованного шоу первоклассники демонстрировали свои веды в тиковых гульнях и конкурсах на ведание азбуки и правила дорожного руху. Разом с сказочными персонажами приняли удел у танцевальном флешмобе. До речи, доброчинная акция «Сберем портфель первокласснику» на Гомельщине что год дарит радость сотням детей и одночасово оказывает значную поддержку у их школьной экипировки батькам. У меня 6 деток, из них 4. Четверо несовершеннолетних, двое мне идут первоклассники, в первый класс идут. Два портфеля, конечно, ощутимо для семьи, для многодетной это большая очень помощь, спасибо огромное. Гэтыя прыгожыя і безумоўна патрэбныя падарункі, портфелі са школьнымі прыналежнасцямі дзеці атрымалі з пажаданнямі шчасця, здароўя, поспеха ў вучобе і невычэрпнай энергіі для пераадолення цярністага шляху ведаў. У цэлым дабрачынная акцыя «Збярэм портфель першакласніку» накіравана на аказанне дапамогі сем'ям, якія ў гэтым маюць патрэбу. Трэба адзначыць, у Гомельская абласная арганізацыя Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» у гэтай справе вырашыла пашырыць межы. Пачынаючы з мінулага года, яе члены знаходзяць дзетак, якія нарадзіліся 3 липеня у День независимости и зараз собираются идти у первый класс. Так вот в этом году мы поздравляем деток, которые родились в 2009 году, 3 июля. И этот год будет для них первым годом школы. Всего 18 деток родилось в 2009 году, 3 июля. Из них 15 пойдут в школу в этом году. Эти ребята получат от нас также полезные подарки, которые пригодятся им в первом классе. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».